нашей студии появились традиционные гости в этот четверг. Обычно у нас добрая рубрика, и вот у нас уже есть собака Миссури и Дарья Воронина, кинолог приюта «Поводок». Доброе утро. Доброе утро. Всем. Миссури у нас в студии, по-моему, впервые, да? Первый раз вы приехали? Миссури, первый раз, да. Ну, слушайте, молодец. Ну, раз вы кинолог, и раз Миссури так выполняет команды, то вы с ней уже давно занимаетесь. На самом деле, я не так давно работаю, мы с ней заработаем около месяца. Так, но она уже что-то умела до вас? До меня с ней особо не занимались, может быть, там пару месяцев тоже кто-то был. Вот, толком не знаю. Девочка очень сообразительная. Миссу? Да. Бесстрашная. Что это значит? Ну, например, любую другую собачку сюда приведи, она будет в панике биться по углам. Да, это мы знаем. Молодец. Она отказывалась бы кушать. Миссури прекрасно берет кусочки, выполняет команды. Спокойно мы сели с ней в машину, доехали без истерик. То есть, в принципе, собака идеальная. Она похожа на овчарку. Все может быть. Скорее всего, какая-то, может молодец. Быть, смесь там имеется. Сколько Миссури лет? Миссури примерно 2,5 года. Пришла она к нам под забор сама. На данный момент она полностью обработана, стерилизована, все прививки, чип у нее имеются. Да, молодец. Ей кто-то рассказал про вас, раз она сама пришла. Может быть. Да, Миша? Так она просто, молодец, наверное, на ТВК и увидела. А много таких собак, которые сами могут прийти где-то вот поблизости? Достаточно много, да. То есть частенько собачки приходят под забор и остаются, как будто чувствуют. Ну, давайте, мы же сегодня собрались не для того, чтобы о собаке рассказывать, ну, в том числе, а для того, чтобы, во-первых, найти для нее новых хозяев. Правильно? Как вообще этот процесс происходит? Люди приезжают в приют сами или нет сейчас? Люди приезжают. Люди узнают о нас в соцсетях, видят фотографии, видео. У нас довольно профессиональная съемка. Каждую собачку мы представляем, описываем ее жизнь, возраст и так далее. Все, что она умеет, тоже мы туда приписываем. Приезжает человек, знакомится с собачкой. Минимум 3 встречи мы с ним проводим. И после этого уже с человеком составляется договор о правильном содержании. То есть обязательно это гуманная амуниция. Так, поддерживает связь и все в таком роде. То есть к нам человек приезжает уже, когда готов забрать собачку, он с собой обязательно должен привезти шлейчку подобного плана, ошейник и адресник для собаки. Вот. Мы всегда поддержим связь с будущими владельцами, мы им всегда помогаем. То есть от нашей организации идет бесплатные 3 встречи с кинологом, то есть мы их ведем. Вот. Если какие-то проблемы возникают, мы обязательно их помогаем решить. Это профессиональный подход. Миссу. Скажите, а сколько Миссури у вас живет в приюте? Когда она пришла? Ой, когда она пришла, по-моему, год назад. Она пришла к нам примерно год назад. Я к тому, что привыкнет ли она быстро к новому месту жительства, если это будет городская квартира, например? На самом деле, да. Эта собака очень компанейская. Ко мне она буквально за 2 встречи уже привязалась, встречает, обнимается, целуется, всегда вот при встрече радуется, да? Да, кстати, мы можем показать, да, как она обнимается и целуется, она же запрыгивала на вас, вот когда мы только начинали, да, вот посмотрите. Вот такая любвеобильная Миссури. Запоминайте или сфотографируйте телефон, который сейчас вы видите на экране, 216-41-51. Это все приют «Поводок». Это Дарья, которая к нам сегодня приехала не одна и познакомила нас с замечательной собакой Миссури, которая может стать и членом вашей семьи, тоже рекомендуем. Да.